Стабилизирование нормативно-правового режима, создание налоговых послаблений. Эти и другие преференции дают инвесторам открыть свой бизнес в Кыргызстане, но с соблюдением ряда условий. Самое главное, все должно быть в рамках закона, в случае чего мы будем оперативно реагировать. Сохранение природы, экологии – все это должно соблюдаться. А специалисты соответствующих органов будут контролировать это все. Уже много плюсов. К примеру, рабочие места в основном заняты местными жителями, обеспечение соцпакетом, закуп местной продукции. Все это принесет дополнительный доход местному бюджету. Я надеюсь, что мы здесь будем работать в тесной дружбе с местным населением. Наши работники, я уверен, будут под защитой местных жителей. И тогда, несмотря на то, что мы граждане двух отдельных государств, с командным духом, который у нас есть, мы достигнем общих целей – развития экономики. Этого момента местные жители ждали долгие годы, ведь с появлением предприятия появились и рабочие места. На сегодня на предприятии работает около 700 человек, из которых 90% – местные жители. В будущем рабочие места будут увеличены до 1000 человек. Компания с 2016 года привлекла инвестиции в 100 миллионов долларов США. Вместе с тем, согласно соглашению, в области социально-экономической поддержки селу Терексай было выделено более 50 миллионов сомов. Кыргызстан растет, много молодежи, всем им нужна работа. А куда идти? А если будут открываться такие предприятия, то наши дети смогут найти себе работу, зарабатывать, главное оставаться у себя на родине. Что еще нам нужно? Мощность предприятия позволяет перерабатывать 1 миллион тонн руды в год. На данный момент ведется строительство золотоизвлекательной фабрики и подготовительные работы для строительства хвостохранилища. Это первый на сегодняшний день доводческий завод, который очень сильно муссировался, что руда и концентрат не перерабатывается в нашей стране. Вот сегодня это первый шаг к этому очень большому мероприятию. На сегодняшний день они уже, если после ввода этой фабрики, вывоз руды и концентрата с этого объекта уже не будет. И они могут работать в ближайшем регионе на давальческом сырье и доводить до слитка Дары. Эти Бакыр Терексай – совместное предприятие. 25% капитала принадлежит Кыргыз Алтыну, 75% – турецкой компании «Эти Бакыр».